эффекты. А ну, да? Нажми сейчас на килаур, на килаур нажми. Вау. Извините, но вы не можете PvP здесь. Вот это у тебя, конечно, эффекты. Что-то на читы немного похоже. Всем хулиганам здравствуйте, с вами я, Домер. И давненько у нас не было рубрики «Проверка игроков на читы». И сегодня со мной палочка на отдачу 1000, которой мы будем как раз-таки их и проверять. Также, друзья, скажу вам сразу, если этот ролик каким-то чудом набирает очень много лайков, то я обязательно сниму еще один выпуск. Так что продолжение зависит опять же таки от вас. И самая важная информация, которую вам нужно знать, это то, что на момент выхода данного видеоролика на всех грифах прошел вайп. Заходите, я уже на них, у нас с вами, во-первых, будет сходка, во-вторых, это вайб, друзья! Так что всех жду, заходите, IP-адрес сервера в описании. Ну а давайте не будем нарушать нашу традицию, поэтому, если ты не читер, то поставь лайк на этот ролик, а если ты играешь с читами, то напиши в комментариях, почему ты играешь с читами, потому что мне реально это важно знать. В общем, я желаю вам приятного аппетита, смотрите ролик обязательно до конца, ибо в нем я кое-что для вас спрятал интересное, а мы с вами начинаем, IP-адрес сервера в описании. Пау! Я тут нашел интересную жалобу. Лох с читами и АКБ. Мы просто ее обязаны с вами проверить. Здравствуйте, молодой человек. Сейчас я вас буду проверять на читы. Так, в первую очередь я предлагаю его проверить как раз на килауру. А ну. Смотрите, смотрите. То есть он меня не видит, но килаура меня замечает. Обалдеть. Просто первый факт того, что у него есть килаура. А, понятно. То есть он решил копаться. И просто взял и резко вот на этом повороте свернул к алмазам. Я понимаю, да, сразу видно, у этого игрока нет читов. Так, мы его сейчас чекаем на антикнокбэк. То есть он меня не видит. Я его бью палочкой на дачу 1000. Вот смотрите. Ему вообще все равно, он даже не откидывается. Вот это я понимаю, самый беспалевный читер, да? Еще и с донатом на сервере. Боже ж ты мой парень. Поэтому прямо сейчас я тпхаюсь к нему на хом. И его будет там ждать небольшой сюрприз. Все, я его тпхнул на хом. И знаете, что я заметил? Что у него до сих пор включена килаура. Вот у него и антикнокбэк включен, да? А нет, смотрите. Смотрите, он и выключил все читы. Ё-моё, ну ты и даешь. Давайте лично у него узнаем, играет ли он с читами. Ты играешь с читами? Читами? Нет. Я понял. Это неправильный ответ. За каждый твой неправильный ответ я буду ломать тебе твой сундук. Все просто. Это неправильный ответ. Давайте еще раз спросим. Ты играешь с читами? Читами? Давай, дружище. Я жду чисто сердечного признания. Он пишет. Да нет. Я понял, это тоже у нас неправильный ответ. В этот раз я сломаю даже целых два сундука. Спрашиваем третий раз, потому что я и так его спалил с килаурой, антикнокбэком. И еще с X-Ray, вы просто вдумайтесь. Спрашиваю еще раз, ты играешь с щитами? Да ты, блин, дурной, я сказал нет. И это опять неправильный ответ. В этот раз уходит как раз таки три сундука. Просто чувак. И, конечно, в этом шоу явный победитель. Так, давайте еще раз у него узнаем. Ты точно играешь без читов? Друзья, у него тут осталось не так уж и много сундуков. Ладно, блин, я играю с щитами, и что? Ну, ничего, в принципе, я просто ждал, пока ты, в принципе, признаешься. Спасибо тебе огромное за признание, потому что я и так это спалил. Я думаю, тебе, в принципе, твой дом не нужен, правильно ведь? Ты же все равно улетаешь в бан на 14 дней, правильно. Давай посмотрим, что у тебя находится внизу. А внизу у тебя тут огород. Знаете, я тут подумал и решил, раз этот читер как раз таки сейчас у нас улетает в бан, я предлагаю сейчас написать в чат, кому дать ресов плюс в чат. Смотрите, плюсики просто летят и летят. Сейчас тпхаю как раз таки всех, кто написал. Киреха, вот, друзьяшки, забирайте. Все для вас, все для вас. Подбирайте. Сегодня у нас раздача, смотрите. Он подоставал тут из шалкера, но ничего, не расстраивайся. Эти вещи тебе не нужны. Сегодня у нас все по акции. Он их со своего дома прогоняет. Ё-моё, он, кстати, включил килауру, чтобы их убить. Вы вдумайтесь, но ничего, мы сейчас посмотрим, что находится у него как раз-таки внизу. СПХР 010. Я думаю, этот огород ему не нужен. Посмотрите, здесь еще есть сундуки. Ну вот это сюрприз. Но в них, по-моему, ничего как раз-таки интересного нету. Сейчас полностью мы убираем его территорию. И от его дома просто ничего не осталось. Давайте, сейчас я его тпхну к себе. ТПХР, ты рядом со мной. Приветик, дружище. Все, тогда я баню. Правильно. Нет, иди в жопу, ну. Все, чувак, я тебя спалю с читами. Это просто уже явный бан. Мы сейчас прописываем 14 дней. 2.2 читы. -С. Все, минус один читер, друзья. Кстати, пожалуйста, помогите набрать 1 миллион подписчиков. Я думаю, вам не сложно просто нажать на эту красную кнопку подписаться и оформить колокольчик. И как только на канале будет 1 миллион подписчиков, я сразу выпускаю свою песню. Так что, я думаю, стоит все-таки подписаться, а мы продолжаем. На вот этих ребят поступила жалоба на то, что у них антикнокбэк. И я предлагаю прямо сейчас их проверить. Как раз, знаете, такой подходящий момент. Они стоят перед ловушкой. Nope. Смотрите, да. Да. Странно, а почему же они не откидываются? Вообще непонятно, а? Как же так? Наверное, это лагает сервер. Он пишет... Стасян, ты чё? Ха-ха!
Этот чувак подумал, что этот чел его бьет. Вот это прикол. Сейчас будет небольшой пранк, да? Просто два читера встретили друг друга. Ты чё, блин, бьешь? Ты чё, офигел? У них просто созрел конфликт из-за того, что я, во-первых, их решил проверить на читы. И они подумали, что Стасян ударил своего друга. И он его просто убил из-за того, что подумал, что он его ударил. Вот это я понимаю. Они, кстати, по-прежнему не откидываются. То есть я сейчас за ними наблюдаю в ванише. И, честно говоря, я просто сейчас в шоке. Я подумал, решил, я не буду выходить из ванише, буду общаться с ними с помощью таблички. Поэтому я спрашиваю, вы читеры? Ставлю табличку в их доме. Стасян, вот ты говноед. Перегнул палку. И начинает ломать его сундуки. Боже ж ты мой. Посмотрите, посмотрите, что этот чувак творит. Просто я, честно говоря, в шоке. Его друг решил сломать этому чуваку весь его дом. Вот это я понимаю. Вот это я понимаю, добрый. И давайте сейчас, чисто по приколу, я буду ему помогать. Ну, раз они все равно улетают в бан, я думаю, нужно помочь этому чуваку. И сверху, да, сундуки есть, да. Так, давайте сейчас это сломаю. Ух ты, боже мой, сколько у них тут, оказывается, ресов есть. Ну, чуваки, вы, главное, не расстраивайтесь, не расстраивайтесь. Все хорошо, хорошо. Они заметили мою табличку. Интересно, что мне ответят. Слово, это ты? Стасян, кто вы? Боже, я, честно говоря, немножко угораю с этих чуваков, но сейчас сделаем вид, что у них в доме просто начали пропадать непонятно почему ресурсы. Я думаю, они особо, ну, не обидятся, правильно? Главное, не расстраиваются. Они пишут... Я не читер. Ну да, я заметил, палочка. На отдачу 1000. Отдача 1000. Вот смотрите, первого бьют и второго. Странно, а почему же они не откидываются? Да, да, и опять начали бить друг друга. Бог ты мой. Сейчас, смотрите, как мы сделаем. Сейчас мы сделаем небольшой сюрприз. Ну, подумаешь, в доме исчезли сундуки. Ну, главное не расстраиваться. Главное не расстраиваться. У них тут на крыше есть всякие еще приколямбусы. Мы сейчас прописываем SP-херы 0.10. Теперь у вас над головой небо. Ну, реально, ну, согласитесь, это просто очень круто смотрится. Стасян, это... Опять ты! Это не я. Просто, честно говоря, у меня нет слов, но... Раз они такие веселые, я предлагаю уменьшить им как раз таки бан не на 14 дней, а на 7 дней. То есть я прямо сейчас для них забабахаю паркур. Если они его проходят, то они получают бан на 7 дней вместо 14. Так сказать, небольшой бонус от меня. Пишет, походу нас спалили. Кто? Админы. Ну, самое время выходить из ваниша. Здравствуйте, здравствуйте, ребята. Вы согласны пройти паркур и уменьшить свой бан? Я согласен, только не бан. Хорошо, хорошо, без проблем. Сейчас будет паркур. Я для них уже построил паркур. Он достаточно легкий. И очень интересно, смогут ли они его вообще пройти. Так что проголосуйте справа в верхнем углу. Все, проходите хорошо. У меня сейчас, ну, немного челюсть отпала. Он просто взял и кинул эндерперу, но это не по правилам. Nope. Не по правилам. Один из читеров практически прошел данный паркур. Остается ему совсем чуть-чуть. А его друг его начинает как раз-таки догонять. И смотрите, он просто бегает по воде. Обалдеть. Ну что, у нас есть первый претендент, который улетает в бан на 7 дней. Давайте его сейчас обрадуем. Я выиграл? Да, да. Поздравляю, ты выиграл бан, дружище. 7 дней, 2.2, читы. Все, у нас есть первый победитель. Осталось пройти паркур его другу. Я так понимаю, он вообще его не собирается проходить. Да, 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 я так и понял. Читер решил пройти паркур по читерному. Да, да, окей. Окей, бан, бан, брн, я тебя тоже поздравляю, ты получаешь бан, но уже на 10 дней, потому что ты схитрил, дружище. Все, теперь минус 2 читера, а мы, друзьяшки, движемся с вами дальше. Поступила жалоба на игрока, проверка, проверка, меня зовут Сережка. Ах, как же ж так-то? Что это у тебя сразу киллаура включилась? На меня, что ли? А, нет, даже не на меня, а вот на обычных игроков. Смотрите, просто ты похеры Данил? Данилка, вот смотрите, вот. Ты же в АФК стоишь, а как ты их бьешь? Что это, рука просто дергается сама по себе? Объясни, пожалуйста, ну, ничего, сейчас я тебя проверю. Я этого чувака привел к нему домой. Как мы видим, у него до сих пор продолжает труситься рука, ну да. Но зато у него нету антикнокбека. Спасибо на этом. Дружище, я ж думаю, ты не расстроишься, если я сделаю вот так вот, потом вот так вот. Хотя у тебя, в принципе, сундуки ведь пустые, правильно? Ах, да, я же забыл. Ты же отошел, вместо тебя сейчас просто килаура работает, правильно? Вот, ну, смотри, как все по красоте. Я думаю, когда ты вернешься, ты вообще будешь в шоке. Ну, давай посмотрим, что у тебя там сзади лежит, да? Давайте сейчас даже вот еще ударю. Может, ты быстрее подбежишь к компьютеру. Смотрите, у него здесь и алмазка лежит. Ё-моё, мне, конечно, было бы, на самом деле, жалко терять все эти вещи, но ничего. Печки. Раз ты отошел, у тебя как-то сама по себе дергается рука на людей. Я тебя баню на 14 дней по причине 2.2 читы. Все. Минус один читер, друзья, едем дальше. Только что античит, пожалуйста, вот на вот этого вот игрока. И что-то мне подсказывает, что у него есть читы, но сейчас мы это с вами узнаем. Не понял.
Не понял. Как-то слишком подозрительно было, друзья. Причем сервер даже не залагал. Я не думаю, что античит мне будет врать. Поэтому прямо сейчас мы его вызываем на проверку. Выходим из ваниша. Ты попал на проверку читов. Пиши свой DS, либо бан. Он пишет, я не читер. Ну, сейчас мы это и узнаем. Ошибается античит, либо же нет. Привет, ты попал на проверку читов. Будь добр, сейчас включи демонстрацию экрана. Да я честно без читов играю, ну честно-честно. Ну, сейчас это и узнаем. Вот, видишь, без читов играю. Угу, демку я в принципе вижу. Давай начнем по стандарту. Сейчас нажимай F3, пожалуйста. Нажал. Угу, без читов, правильно? Да. Матрикс 1.12.2. Без читов. Вы что, боже упаси? Я не понимаю, зачем этот парень меня пробует надурачить. Но давайте ему немножко подыграем. Так, хорошо, без читов, тогда продолжим нашу с собой проверку. Сейчас нажимаю Escape, настройки, пакеты ресурсов, папка с пакетами ресурсов. Да, вот, папочку Versions открывай, да? Там у меня ничего нету. Я вижу, 1.5 гигабайта находится практически. Открывай, открывай, посмотрим. Пролистай, пожалуйста, вниз. Ладно, вот. Ты Flux B15, я смотрю. Матрикс. Матрикс. 1.12.2. Это моды приватные. Моды. То есть это не читы, по-твоему? Да, это не читы, это моды. Ты прямо сейчас играешь без этих модов, верно? Да. Я просто играю. Хорошо. Ну, вернись в Майнкрафт на секунду, вернись в Майнкрафт. Короче, я прямо сейчас хочу проверить один прикол. Так что сейчас все будет. Телепортируйся сейчас на спавн. И прямо сейчас нажми F3 плюс B. Чувак, это походу читы. Это не читы. Смотри, это у тебя хитбоксы вообще-то отображаются. Это не читы. Я честно говорю. Я их сквозь стену не вижу. Если что, друзья, это на самом деле не читы, это просто небольшой пранк над ним. Мне просто было интересно, как он на это отреагирует на самом-таки деле. Но, окей, сейчас мы его выведем на чистую воду, друзья. Хорошо, если это не читы, то прямо сейчас нажми правый shift. Нажал. Это эффекты. Эффекты, говоришь. Я тебя понял. Ну, чувак, ты вообще-то уже спалился, у тебя я тут смотрю. X-Ray, Wallhack, No Fault. А это же эффекты, я же говорю. Эффекты, да. А ну, да? Нажми сейчас на киллауру, на киллауру нажми. Вау. Извините, но вы не можете PvP здесь. Вот это у тебя, конечно, эффекты. Что-то на читы немного похоже. Ты в курсе, что это как бы бан уже? Да нет, это не читы, это... Пожалуйста, это... не надо меня уже дурить, я... Тебя уже спалил с читами, чувак, с поличным, ты понимаешь? Вот, нажми даже сейчас X, просто X нажми. X. Вауля! Вауля, смотри, ты не как-то знаю, можешь видеть сквозь стены... Вообще, я не знаю. Это, наверное, супер зрение, реально. Я, честно говоря, в шоке. Ладно, это все читы. Можешь меня банить, все, давай. Ну, вот и все. Вот и все. За сегодня я поймал уже 20 читеров, друзья. Боже ж ты мой, конечно. Прикол. Прикол. Просто прикол. Так, я тпхнулся к нему на хоум. И давайте начнем нашу процедуру по наказанию читеров. То есть мы как раз таки убираем полностью его дом. Все по красоте у нас происходит. Вот так вот. Все. В принципе, здесь особо ресов у него нету. Поэтому сейчас сразу прописываем SP Hero 0.10. И образуется вот такая вот дырочка. И все. Останется нам только его забанить. Рэбзик. Он еще как раз таки на сервере. 14.2.2. Читы. Все, друзьяшки. На этом все. Если этот ролик набирает 20 тысяч лайков, то сразу же выходит новый видеоролик. Помогите набрать 1 миллион подписчиков. Все. Всем ахвидерчи, друзья, с вами был Домио.Г. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, не забывайте про колокольчик, ибо это обязательно IP-адрес сервера в описании. Заходите, всех буду ждать. Всем пока!